Доброе утро. У нас карта дня 8 декабря. Сегодня среда, и нам выпадает старший аркан смерть. Карта говорит, что сегодня ваша жизнь завершится, уйдет в прошлое какой-то этап и начнется следующий. Это может касаться всего чего угодно, от сдачи рабочего проекта, романтического знакомства, переезда на новую квартиру или успешной сдачи экзаменов. Воспользуйтесь этим днем, чтобы развязаться с делами или покончить с проблемой, которая вас тяготит. И карта дня обещает, что благодаря этому вы сумеете перейти на новый, более высокий уровень. Хорошего вам дня!